удержать, чтобы отличиться Кучневич. Казалось бы, будет подключаться наш момент. Нет, прокатился до ворота. О, добил! А с ним не хотел делиться шайбой Мозес. Это он зря. Антон Белов сравнивает счет в этой встрече за 5 секунд до появления на льду Банина. 57 до конца третьего периода. 1-1. Бросок с кистей и, похоже, просто не видел. Идеальный бросок по точности Белова и великолепные действия Дергачева. И действительно, видно, как просто пошла ловушка у Сорокина. Он не видел вообще полет шайбы.